Резкие перепады температуры обеспокоили многих жителей Магадана. Чтобы калымчане не замерзли, ежедневно вырабатывает тепло Магаданская ТЭЦ, снабжая им многоквартирные дома и организации города. По словам энергетиков, предприятие оснащено всем необходимым и работает в штатном режиме. Из года в год Магаданская ТЭЦ по плану получает около 200 тысяч тонн угля. В этом году завезли 250 тысяч тонн. Магаданская ТЭЦ при подготовке к УЗП выполнено ряд ремонтов основного оборудования в соответствии с графиками. Ремонты выполнены в полном объеме. В данный момент у нас оборудование находится либо в работе, либо в резерве. Сейчас работают три котла высокого давления, три турбоагрегата. Теплоноситель выдаем в соответствии с графиком. Ремонтные работы организация проводит весной и летом в плановом режиме. Уже с января началась подготовка к следующему отопительному сезону. На Магаданской ТЭЦ работают 9 основных цехов и 5 вспомогательных. На случай выхода оборудования из строя имеется необходимая техника в резерве. У нас находится в резерве оборудование средней части, водогрейные котельные, которые готовы к включению в любое время. В данном моменте для обеспечения графика нам хватает части высокого давления, но на случай выхода из работы одного из котлов возможно включение и резервного оборудования. Сотрудники Магаданской ТЭЦ и Магаданэнерго отметили, что температура топлива на выходе высокая. Если у магаданцев дома низкая температура, то проблему надо искать в работе соответствующей управляющей компании дома или во внутридомовых сетях. Температура топлива на выходе в ТЭЦ на сегодня составила 111 градусов, при температуре на улице минус 21. Как пояснили энергетики, допускается превышение выдаваемой температуры на 3%. Такой график регулирования подачи тепла утверждают три организации: Магаданэнерго, Магадан Теплосеть и мэрия Магадана.